Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля BMW 5 серии в кузове F10 2011 года выпуска. Двигатель объемом 3 литра турбо N55B30A. Пробег двигателя составляет 135 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегатов. Двигатель готов к установке.